Здравствуйте, вы смотрите новости губернии. В студии Георгий Федоров. Коротко о главных темах. Они просят не паниковать, соблюдать требования врачей и провести ближайшую неделю дома. Дмитрий Азаров встретился с инфекционистами Тольятти, которые лечат заболевших коронавирусом. Сиди дома, не гуляй. Полиция и Роспотребнадзор проверяют, как проходит самоизоляция у тех, кто вернулся из заграничных поездок. Что ждет нарушителей карантина, расскажем. Товар повышенного спроса теперь и от местного производителя. В Самарской области готовят к выпуску 4 вида антисептика. Еще раз о том, почему важно мыть руки, в выпуске. В Самарской области диагноз «новая коронавирусная инфекция» подтвержден еще у 2 человек. Таким образом, на 26 марта в регионе 12 заболевших. Все они госпитализированы, проходят лечение. Часть в городской Тольяттинской больнице номер 5. Медучреждение сегодня, как и обещал, посетил губернатор Дмитрий Азаров. Он встретился с инфекционистами и молодыми врачами, чтобы узнать, какие меры еще необходимы, чтобы сдерживать и успешно лечить заболевания. Рекомендации экспертов в нашем репортаже. Ангелина Минина и Екатерина Нефратова учатся в ординатуре в Самаре, но с 24 марта их временное место работы – Тольяттинская городская больница номер 5. Будущие врачи прибыли сюда, чтобы усилить кадровый состав местного инфекционного отделения, куда с 16 марта начали поступать пациенты с коронавирусом. Больница очень хорошо снабжена, здесь очень много костюмов, у нас защитная одежда, то есть пациенты всегда осматриваются каждый день, ежедневно, и постоянно идет мытье, то есть полностью инфекционного корпуса, что санэпидемический режим полностью соблюден. Вам хватает масок, костюмов? Да, всего хватает. И лекарств, всего, да. Тольяттинские врачи с инфекцией бороться готовы в плане оснащения и, конечно, моральной устойчивости. Об этом молодые медики рассказали губернатору Дмитрию Азарову. А жителям нужно сохранять холодную голову. Это лучшая профилактика. Нужно не поддаваться панике и нужно выполнять предписания эпидемиологов, предписания врачей. Думать не только о себе, но и о других людях, соблюдать там какие-то карантинные меры. Цивилизованно подходить к этому вопросу, и тогда, я думаю, все будет хорошо. Врачи, особенно молодые, могут заниматься и просветительской работой, когда интернет полнится пугающими фейками про коронавирус. Мнение профессионала становится еще более ценным. Есть своя у вас страничка? Что-то там. Бывает, конечно, хватает время? Периодически, да. Вот, мне кажется, очень важно, чтобы вы и там тоже свою позицию эти излагали. У вас очень, мне кажется, хорошо. Правильный взгляд на ситуацию. Хорошо и доверительно можете это объяснить людям. Давайте и эту работу делать. Я уверен, что и этот ваш посильный вклад сегодня очень важен. Глава региона, как и обещал, начал серию визитов по учреждениям здравоохранения области. В первую очередь для того, чтобы встретиться с теми врачами-инфекционистами, которые лечат инфицированных людей. Вы те люди, которые столкнулись с этим не через экран телевизора или компьютера, а вот воочию, что называется. И, конечно, ваше мнение здесь очень важно мне. Как и очень важно ваше мнение по дополнительным мерам, которые мы должны принять. Вот для того, чтобы и весь оперативный штаб региональный, и местные штабы, меры, которые мы принимали, были эффективными, конечно, мы советуемся с людьми, которые непосредственно с этим сталкиваются. Эффективной мерой врач-инфекционист Николай Каравашкин считает самоизоляцию. Нет контактов людей, вирусу негде разгуляться. Поэтому неделя выходных, о которой объявил президент России Владимир Путин, как нельзя кстати. Постараться эту неделю все-таки посидеть дома, не выходить в места массового скопления людей, в магазины, в какие-то торговые центры, в кинотеатры. То есть посидеть дома, и, возможно, как бы это сыграет свою роль. Дмитрий Азаров поблагодарил врачей за работу. И действительно, супергерои сегодня носят белые халаты. Поэтому и труд их должен быть оплачен соответствующе. Губернатор и медики обсудили вопросы заработной платы тех, кто стоит на передовой борьбе с пандемией. Уже известно сейчас, что врачи, которые работают с новой коронавирусной инфекцией, получат надбавку за март. По предварительной информации, она составит около 30% и будет расти и дальше. Повышение также ожидается и в оплате труда среднего медицинского персонала, который противостоит новому заболеванию. Анна Ивахина, Андрей Авдеев, Новости губернии.
Самарская область находится на втором месте в стране по обеспеченности больниц аппаратами искусственной вентиляции легких. Как показывает статистика, на первом месте Ханты-Мансийский автономный округ. Там 56 аппаратов на 100 тысяч жителей. В нашем регионе 42. Замыкает тройку лидеров Москва – 40. При этом, несмотря на то, что Россия уже сейчас лучше всех в мире обеспечена необходимым оборудованием для борьбы с коронавирусом, все равно принято решение увеличить производство аппаратов ИВЛ. Отечественные заводы готовы нарастить объемы с 10 штук в сутки до 100. Сейчас коронавирус – тема номер один как в интернете, так и в радио и телеэфире. Нашумевшей инфекции была посвящена накануне очередная программа «Вечер с Владимиром Соловьевым». Специалисты разных отраслей обсудили обращение президента России. Речь шла и про ситуацию в регионах. В разговоре принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В специальных инфекционных боксах, которые в достаточном количестве есть в лечебных учреждениях Самарской области, сегодня находится более 90 человек. Мы начинаем уже людей отпускать. Контактёрам не подтвердилось заболевание, инфекция. Но понятно, что дальнейшее выявление по цепочке может приводить к тому, что нам понадобятся новые койки-места, новые боксы. Всего хочу сказать, на сегодняшний момент мы готовы развернуть 1500 койко-мест. Как отметил Дмитрий Азаров, в случае необходимости есть возможность создать дополнительных 1500 мест. Однако в регионе принимаются все необходимые профилактические меры. Температуру измеряют не только у прибывших в область из других государств и по внутренним направлениям. Причем как в аэропорту, так и на железнодорожных вокзалах. Особое внимание уделяется дезинфекции общественного транспорта. Усилены меры и в торговых центрах. Правительство Самарской области вводит дополнительные меры поддержки бизнеса в условиях борьбы с коронавирусом. Информация об этом озвучена на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения инфекции, которое прошло по поручению губернатора. Так организован мониторинг 30 системообразующих предприятий губернии, которые формируют основную массу доходов местного бюджета. Ситуация на них стабильная. Многие из них получили возможность увеличить поставки продукции на экспорт. Нет опасений у Кабмина и в отношении нефтедобывающих компаний области. Предприятия продают большую часть черного золота на внутреннем рынке, где цена на него не подвержена значительным колебаниям. При этом ряд трудностей испытывают некоторые сектора малого бизнеса. Сейчас правительство региона формирует для них дополнительные меры поддержки. Вводится временный мораторий на проверки предпринимателей надзорными органами. Кроме этого, глава региона внес изменения в постановление о введении режима повышенной готовности. Из них следует, что коронавирусную инфекцию следует расценивать как форс-мажор. Это позволит укрепить позиции бизнесменов в споре с контрагентами. Бизнес, который имеет сложность с исполнением контрактов с контрагентами, по аренде, например, да, там, по каким-то поставкам, если это связано с поставками из-за границы, это туроператоры, которые не могут выполнить возможные обязательства перед своими клиентами, они имеют возможность усилить договорную позицию со своим контрагентом, значит, и избежать штрафных санкций. По всем возникающим вопросам предприниматели могут обратиться по телефону специально созданной горячей линии. Две недели самоизоляции. Жители Самарской области, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией или контактировали с зараженными коронавирусом, отправляются на карантин. По поручению главы региона Дмитрия Азарова усилен контроль за соблюдением режима. Надзорные органы регулярно проводят рейды. На очередных проверках в Самаре и Тольятти побывали наши корреспонденты. Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо. Значит, хотелось бы уточнить, то есть какими методами соблюдаете карантин? Соответственно, не выходим из дома, у нас сегодня 8-й день карантина. Хорошо. Угу. Самочувствие? Симптомов нету, к нам приходит эпидемиолог один раз и каждый день звонит врач. Жалоб нет, температура в норме, запаса продуктов хватает. Жители этой квартиры карантин не нарушают. Сотрудники МВД и Роспотребнадзора отправляются по другим адресам. Здесь тоже все в порядке. Жильцы следят за здоровьем и не выходят на улицу. Такие рейды теперь проходят регулярно по всей области. Надзорные органы посещают тех, кому на две недели нужно изолироваться от общества. Это должен сделать каждый, кто приехал из страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией или был в контакте с зараженным. Он должен
сам добровольно принять режим самоизоляции на 2 недели. Вот, значит, проинформировать Роспотребнадзор и медицинское учреждение. Он получит, кроме того, постановление от Роспотребнадзора о самоизоляции. И вот он должен соблюдать все эти требования. А те, кто эти требования не соблюдают, будут отвечать перед законом. В ходе такого же рейда в Самаре выявили 3 водителей, которые нарушили условия самоизоляции. Им выдано постановление Роспотребнадзора, и их ждет административная ответственность. В рамках проведения неотложных мероприятий, реализуемых МВД России, по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, территориальными органами МВД России по Самарской области оказывается содействие органам здравоохранения, органам исполнительной власти Самарской области, иным органам, заинтересованным в решении вопросов недопущения распространения коронавирусной инфекции. Если по прошествии 2 недель у человека не появилось симптомов заболевания, то он может выйти из карантина. Но представители надзорных органов рекомендуют всем воздержаться от посещений общественных мест. Напоминают о том, что нужно чаще мыть руки, пользоваться антисептиками и дезинфицирующими средствами. Эти простые правила помогут остановить распространение инфекций. Кира Исмаилова, Андрей Фадеев, Сергей Богатюк, Тимур Набиев. Новости губернии. Скажи вирусам «нет». Мыть руки, реже выходить на улицу и соблюдать личную гигиену. Способов защитить себя десятки. Сейчас все чаще люди используют дезинфицирующие средства. Множество заказов на их приобретение поступает в том числе от предприятий Самарской области. Владимир Маркин побывал на производстве обеззараживающих жидкостей, которые в ближайшее время поступят в продажу. Как бороться с вирусом, у каждого способ свой. Но один из самых популярных – это, конечно, с помощью дезинфицирующих средств. Совет «мойте руки чаще» уже звучит как лозунг. Но если мыла под рукой нет, то флакон с жидкостью для обработки вполне можно носить с собой. В Самарской области компаниям по производству средств обеззараживания поступает все больше заказов. Самым большим спросом, естественно, особенно в нынешней ситуации, когда у нас есть угроза распространения коронавируса в нашей стране, пользуется жидкое и твердое мыло категории «Абсолют». Это мыло, которое с антибактериальным эффектом. А теперь предприятие готовится снабжать жителей Самарской области и других регионов страны не только мылом, но и несколькими видами антисептиков. Для обработки мебели, больших поверхностей, таких как полы и, конечно, кожного покрова. В составе спирт – надежный уничтожитель бактерий и смягчающие добавки, чтобы не было раздражения. Поручение наладить выпуск антисептиков в Самарской области дал глава региона Дмитрий Азаров. Эту миссию берет на себя одно из старейших косметических предприятий Самары. Сейчас идет активная подготовка к производству необходимой в целях противодействия распространению инфекционных заболеваний продукции. В данный момент тщательно прорабатывают рецептуру. Содержание изопропилового спирта будет согласно рекомендации ВОЗ и инструкциям Роспотребнадзора, это 70%, то есть достаточная концентрация для эффективной дезинфекции рук. Ну и специальные компоненты в средствах для дезинфекции поверхностей. Продукцию будут вводить в оборот по мере поступления сырья для производства. Специалисты трудятся над тем, чтобы средства начали распространяться в ближайшее время. Владимир Маркин, Сергей Александров, Александр Дудко. Новости губернии. Непростая эпидемиологическая ситуация в стране и мире порождает массу слухов, нелепость которых граничит с вопиющей безответственностью их распространителей. Эксперты предупреждают, сохраняйте критичность мышления. Панике не стоит поддаваться в любом случае, тем более, когда для этого нет оснований. Любителям же ловить рыбу в мутной воде стоит напомнить, что закон не дремлет. За распространение заведомо недостоверной информации, создающей угрозу жизни и здоровью граждан, злоумышленнику грозит не менее 30 тысяч рублей штрафа. Если же в подобном деянии замечено юридическое лицо, то сумма наказания поднимается до 100 тысяч. Подобного рода ответственность предусмотрена частью 9 статьи 13.15 Кодекса об административных правонарушениях. Распространяя информацию, можем оказаться в ситуации, когда она является недостоверной. Чтобы понимать это, приведу простую аналогию. Мы все для себя принимаем правило переходить на зеленый свет. И когда ступаем на дорогу, то пытаемся убедиться, а видят ли водители нас. Поэтому, делая перепост, убедитесь, что это официальная информация, она достоверная.
Никаких препятствий к знаниям, учиться можно, а теперь еще и нужно, не выходя из дома. Все образовательные учреждения региона с 17 марта перешли на дистанционное обучение. Может ли онлайн-формат заменить обычные лекции? Как школьники региона проводят каникулы и какие возможности перед ними открыли цифровые технологии, узнала Татьяна Пудова. О робототехнике, доступном языком в роли учителя академик РАН. Этой онлайн-трансляции семиклассник Андрей Миненков ждал и даже во время каникул не пропустил лекцию профессора, ведь его главное увлечение жизни – это роботы. Я решил послушать лекцию о роботах в цифровом мире, потому что мне стало интересно. Увлечение сына родители поощряют к дистанционной форме обучения, относятся объективно. Дети не ограничены в информации, то есть они могут получить ее из абсолютно разных источников. Огромный диапазон знаний получается, то есть они могут найти информацию не только там, где им указали, то есть они не только в учебнике, допустим, но и еще в любом другом источнике. Как пример, любой желающий, вне зависимости от места жительства, может получить урок лично от профессора. В этой аудитории университета есть все необходимое для проведения занятий онлайн. Камеры, интерактивная доска, которая позволяет работать с презентациями. Все материалы потом размещают на образовательных порталах. Организован режим электронных таких вот конференций. То есть все это есть, и в этом смысле мы оказались готовы к тому, чтобы перейти на онлайн-обучение. Сейчас школы, техникумы, колледжи и вузы региона переведены на дистанционное обучение. Организованы свободные для доступа онлайн-лекции, семинары. Новые возможности открыты, в том числе благодаря реализации нацпроекта образования, инициированного президентом страны Владимиром Путиным. В этом году наш регион стал первым в стране, где презентовали платформу «Маркетплейс образовательных услуг», разработанную в рамках федерального проекта «Федеральная образовательная среда». Для дистанционного обучения педагоги готовят и программы внеурочной деятельности с творческими заданиями. Школьнику достаточно иметь телефон или компьютер с выходом в интернет, чтобы зайти на нужные ему ресурсы. Сейчас идет активная подготовка на электронной платформе к сдаче ЕГЭ у школьников. Помогаем участвовать во всероссийских конкурсах наших детям. Несмотря на все преимущества дистанционного обучения, расслабляться не стоит. Чтобы повысить уровень подготовки школьникам и студентам, необходимо и самим правильно расставить приоритеты. Я бы все-таки посоветовал родителям по возможности хотя бы вечером побольше внимания уделять своим детям. Потому что дети часто увлекаются другим контентом, не образовательным. И очень долго находятся в нем, и вроде как учиться и не больно охота. Вот, поэтому здесь надо больше контроля со стороны родителей. Преподавателей школ я бы призвал все-таки тоже как-то настроиться на то, чтобы больше общаться со школьниками, используя различные каналы передачи и приема информации, мессенджеры те же самые. Если у учащегося дома нет цифровых ресурсов или доступа в сеть интернет, то об этом нужно сообщить преподавателям. Они составят план дистанционного обучения в других формах с учетом индивидуальных возможностей. Если у родителей возникают какие-то вопросы, они могут обратиться на горячую линию. Телефоны указаны на сайте Министерства образования в разделе «Новости. Горячая линия». Татьяна Пудова, Сергей Александров, «Новости губернии». Самарские аграрии взяли курс на омоложение сельхозтехники. В этом году темп обновления парка машин составит 5%. Сотни новых агрегатов покажут себя в деле через считанные дни. В преддверии старта весенне-полевых работ в объединенном пресс-центре газеты «Волжская коммуна» и телерадиокомпании «Губерния» состоялся круглый стол на тему технической готовности и оснащенности хозяйств. Сергей Павлов продолжит. На посевную этой весной выйдут около 4000 агрегатов. Для многих из них это будет первая борозда. Аграрии держат тренд последних лет и наращивают темпы обновления технопарка. Меры региональной господдержки стимулируют. 285 миллионов рублей. Столько заложено субсидий в этом году. Трактора у нас субсидируются в размере 10%, собственность комбайна зерноуборочная 15%. Техника для сельхозработ, инвентарь навесной, прицепной, 20% субсидируется. Для обновления парка сельхозтехники действует ряд эффективных инструментов. Например, лизинг. По итогам прошлого года область заняла 5-е место в стране по поставкам на льготных условиях. В этом году начинаем посев зерновых. То есть для этого, да, была приобретена техника.
Вот, соответственно, еще вопросы остались, тоже по приобретению техники, там, как этот процесс, то есть для нас он новый. Лизинг, то, что, соответственно, как бы мы не тратим все средства на покупку 100%, то есть идет покупка в лизинг там, с нулевым первоначальным взносом и, соответственно, низкая лизинговая ставка. Порядка 3,3% годовых там идет. Льготные процентные ставки и упрощенные условия получения кредита – еще один импульс для обновления технопарка. Общий объем финансирования предприятия АПК за 2019 год самарским филиалом Россельхозбанка составил порядка 9 миллиардов рублей. В том числе на сезонно-полевые работы 5,6 миллиардов рублей. И здесь следует отметить именно прирост объемов кредитования и количество заемщиков именно вот относящихся к малому и микробизнесу. Объем кредитования в этом направлении вырос на 50%. Наряду с обновлением растет и уровень сервисного обслуживания техники. Дилеры не просто отвечают за поставку, но и заботятся о долгой работоспособности агрегатов. Порядка 25 сервисных сотрудников, около 7 машин выездных бригад. Выездные машины оборудованы всем необходимым инструментом диагностическим и для проведения ремонта. Вот, вкладываясь в сервис, а мы на это делаем большую ставку, мы обеспечиваем бесперебойную работу техники. То есть многомиллионная техника, она не должна простаивать критические моменты времени. В прошлом году аграрии закупили свыше 300 новых машин. В этом сезоне «Арсенал» продолжит омоложение. Сергей Павлов, Сергей Костин, новости губернии. В губернии начался сезон активной ломозаготовки. При этом многие предприятия пренебрегают нормами экологического законодательства. Прокуратура регулярно проводит проверки точек приема металла, в том числе по обращениям граждан. И это грозит безответственным предпринимателям серьезными штрафными мерами, вплоть до закрытия производства. Чем закончилась подобная ревизия для предприятий Тольятти, расскажет Ирина Грумеза. Кадры проверки одного из предприятий Тольятти. Жители города пожаловались в Общероссийский народный фронт на неприятный запах гари и химикатов. В этом цеху просто же обжигали КАМАЗ, чтобы потом проводку сдать, то есть на металлолом. Что, в принципе, недопустимо, это нарушение всех норм. Что мы увидели там, во время резки, то есть часть металла, ну, то есть часть этих отходов как раз-таки горела. Также специалисты Роспотреб, Росприроднадзора, которые были с нами, выявили множество других нарушений. И все они несли потенциальную угрозу для людей. От отравления продуктами горения до взрыва. Во время межведомственной проверки осмотрели 5 предприятий Тольятти, которые ведут приемку металла. В итоге суд приостановил деятельность 3 из них до устранения нарушений. По результатам и контролю одно из предприятий, устранив все нарушения, продолжило осуществлять свою деятельность в обычном режиме. А у тебя 2 других предприятия, они еще не работают по-прежнему, они еще не устранили? Нет, они прекратили вообще деятельность, вообще? Поняв, что, наверное, не справляются с экологическими нормами. Бизнес должен быть социально ответственным. А это как раз пример такого бизнеса. Так выглядит приемка и обработка металлолома на лицензированном пункте, который регулярно проходит экологические проверки без нареканий. У нас больше 100 лицензированных площадок по Самаре, по Самарской области, где работает профессионально подготовленный персонал. Соответственно, площадка обладает жестким бетонным основанием, закуплено достаточно дорогое оборудование, которое позволяет перерабатывать отходы в лом без ущерба окружающей среде. Например, эта дробилка позволяет получить лом меди без дополнительного обжига кабеля. А здесь ведется строгий контроль радиационного поля продукции, которая принимается на переработку. Меж тем прокурорские проверки продолжаются. Сейчас в зоне особого внимания северный промышленный узел Тольятти и территория бывшего завода «Фосфор». Ирина Грумеза, Андрей Костомаха. Новости губернии. В регионе собирают подписи за присвоение областному центру статуса «Город трудовой доблести». Проголосовать можно прямо из дома на сайте samaradoblest.rf. Ну а мы продолжаем рассказывать истории. Истории людей и предприятий, благодаря которым Самара имеет полное право носить такое почетное звание. Продолжит Кирилл Козин. У каждого в жизни наступает момент, который меняет все. Если не кардинально, то довольно сильно. Похожее переживают целые предприятия, города и даже страны. В свое время такая история случилась и с Безымянской ТЭЦ.
В конце 30-х годов прошлого века в районе Самары, тогда Куйбышева, планировалось построить крупный гидроузел. Тепло и электроэнергию для объекта должна была поставлять Безымянская ТЭЦ. Пуск ее первого агрегата, согласно плану, наметили на последние месяцы 39-го года. Уже к началу 41-го станция должна была выйти на свою проектную мощность. Событием, которое изменило все, стало начало Великой Отечественной войны. Создание гидроузла пришлось отложить на лучшие годы. А вот ТЭЦ суждено было все-таки начать свою работу, причем в кратчайшие сроки. Выходило некоторые дни одновременно строителей, монтажников до 4500 человек. Нужно отдать должное коллективу строителей, монтажников. Качество строительных и монтажных работ было на очень высоком уровне. Ни времени, ни квалифицированных кадров не хватало. В этих экстремальных условиях 15 октября 1941 года на Безымянской ТЭЦ, вопреки всему, был поставлен под нагрузку первый турбоагрегат. Предписанные нормативами 72-часовые испытания успешно выдержали все – и котел, и турбины, и насосы, и трубопроводы. А самое главное – люди. В итоге через три дня акта приемки в эксплуатацию объекта, расположившегося на берегу реки Самары, был подписан государственной комиссией. Так, если учитывать предпроектные работы, этап проектирования, строительно-монтажных работ, пуска наладки, это может занимать, повторюсь, в мирное время несколько лет. Тот факт, что Безымянская ТЭЦ была построена в такие сжатые сроки, в таких условиях, ну, конечно, свидетельствует о подвиге, действительно подвиге, которые совершили сотрудники станции, люди, которые трудились на стройке. Мы знаем, что к работам были привлечены в том числе заключенные. Труд всех этих людей помог городу успешно принять десятки заводов и их коллективы во время эвакуации, дать им тепло и электроэнергию. Вклад Безымянской ТЭЦ и ее коллектива в победу был отмечен на самом высоком уровне. Станцию, как и часть сотрудников, наградили орденом Ленина. В апреле 1946 года совместным решением ВЦСПС и Министерства электростанции СССР коллективу Безымянской ТЭЦ передано на вечное хранение переходящее красное знамя Комитета обороны. Безымянская ТЭЦ лишь один из сотен примеров тылового подвига куйбышевцев. Самара достойна получить звание «Город трудовой доблести». Собрать для этого подписи жителей и подготовить историческое обоснование в кратчайшие сроки – инициатива губернатора Дмитрия Азарова. Точку в вопросе поставит президент. Проголосовать может каждый, причем из дома. Для этого нужно зайти на сайт samaradoblest.rf и заполнить простую форму. Кирилл Козин, Алексей Гриднев. Новости губернии. Курская дуга, горящие танки, единицы выживших, которые не могли оставить своих товарищей на поле боя. Сегодня в нашем специальном проекте рубрики «Моя история» танкист Венедикт Кузьмичев расскажет свою правду о войне. Командир полка собрал нас всех. У нас, я тут, легкие танки все сгорели, этих тоже танков 12-13 сгорело. Он говорит: ребята, давайте похороним, говорит, своих людей по-хорошему. А то, говорит, мы уйдем, тылы у нас за 200 километров шли, 180-200 от редакции, там кухня, там разные другие. Они от нас не знают, где шли. Он говорит: когда они придут, говорит, танки, говорит, на заводы вывезут на переплав. И с людьми, говорит, с нашими вывезут. Давайте, говорит, похороним. И говорит: кто полезет танк, людей вытаскивает, горелых-то. Я говорю, я ему говорю: товарищ майор, давайте я попытаю, может, я выдержу. Да. И вот далее, значит, четверо ребят, такие вот палки длинные, толстые, веревки две с петлей. Я в танк опускаюсь, одну петлю вот под коленки, одну петлю под мышки. И они вытаскивать надо прямо, люк так не вытащишь. И вот мы их вытаскали всех, ров выкопали. Веток наклали, брезент положили, и в ряд 46 человек.
брезентом накрыли, закопали, салют танку и дали, а пирамидочку деревянненькую оставили, что вот воины 1-го механизированного корпуса, 19-й мехбригад, 9-й танковый полк. И пошли дальше. Больше новостей на нашем сайте, а у меня на этом все. Увидимся!